Что касается программы «Моя улица», она настолько правильная и вовремя, и к месту. И должны освещаться парки, дворы, переулки, должны быть чистые, убранные. Потому что человек, заходя туда, даже иностранец, видя безобразие, получается такие потемкинские деревни. На самом деле любой уголок должен украшать. Люди там живут, люди там работают, наслаждаются, получают импульсы для работы дневной. Поэтому и интерактивность очень важна, что любой человек звонит, и ему, его мнение учитывается. Собянин Сергей Семенович сделал очень гениальную вещь, что он выслушивает каждого гражданина. В Италии, во Франции, в Германии, когда строят какой-то парк, вначале дают людям находиться. И когда люди проходят по этим тропам, там и асфальтируют. Понимают, что те тропы, по которым люди будут ходить всегда. Вот это очень важная инициатива, когда каждый человек выражает свое мнение, и когда оно накапливается в некую группу, то понимаем, что так должно быть. И это очень программа вовремя, актуальна, и сегодня ну, просто страшно необходима для Москвы. Москва должна всегда быть красивой, вкусной. Любой человек, который не любит Россию, приезжая в Москву, вдруг влюбляется в нашу страну благодаря этому городу. Это все-таки важная составляющая. Это наша визитная карточка нашей страны.